Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня майнер инвестиционный по заработку криптомонеты Dogecoin. DogeLC. Регистрация здесь не простейшая. Я прописала цифры, похожие на мобильный телефон. Далее прописала пароль. Здесь также мобильный телефон, я прописала вот эти же цифры, что и имя пользователя, чтобы не путаться. Значит, email и регистрация. И попадаем на страничку. Русский язык стоит уже по умолчанию. Здесь нам говорится, что минимальный депозит здесь 5 Dogecoin'ов, ежедневно 7%. Дохода у нас будет. Далее по нарастающей. Закрываем страничку. Я поставила английский. Это как я делала скриншот. Вот русский. И здесь как бы, да, все вот на русском. Значит, видим. Депозит 5 Dogecoin'ов. VIP-1. И доход 7%. Значит, что в первую очередь у нас здесь что? Депозит, снятие, поделиться, команда, мобильное приложение. Ну и все такого. Значит, во вкладочке добыча здесь мы будем собирать ежедневно свою прибыль. Время еще мало, как бы, да? И чуть позже появится. Это после депозита, друзья. Я только зарегистрировалась. Стартовал он сегодня, 12 ноября. Вкладочка «Поделиться» находится реферальная ссылочка. Копируем ссылочку. Скопировано. Здесь также мой кабинет. Депозит снятия. Также команда. Перевод на базовый. Изменить пароль. Это нам не надо. Уведомления. Выйти. Давайте сделаем депозит. Скрываю. Вот здесь вкладочка депозит. И я поставлю английский. Так, это объявление. И вот русский язык. English. Поставлю. Мне так вот как бы удобней. Значит, трансфер to basic. И здесь вы можете пополнять любой, как бы, криптомонеты. Binance, TRX, Ethereum. Раз это майнер Dogecoin, я буду пополнять с Dogecoin. Кликаю. Здесь дается адрес, куда нужно перевести монетки. Напоминаю, минимальный депозит от 5 Dogecoin монет. Ох! Ае, ребятки, сейчас буду ставить на паузу. Я кошелек закрыла. Мне, наверное, и выбило. Ну да, кто бы сомневался. Сейчас я зайду в кабинет и после продолжу. Открыла я кошелек, значит, копирую адрес и вставляю адрес и. Так, надо проверить. Сюда вставляю сумму. Сколько я монет буду пополнять? Кликаю send. Все монетки я отправила. И не забываем вот сюда на желтую вкладочку кликнуть, а то, что пополнила. Все в комплект. Скрываю. Чуть позже монетки появятся. Так, ну здесь я вам показала все основные такие. Теперь идем что? Вкладочка «Вывод», друзья. Минимальный вывод от 5 криптомонет. И это майнер. Он накопительный. У меня есть трон майнеры такие аналогичные. Все замечательно.
как бы проблем нет. Значит, что нам нужно сделать? Нам нужно привязать кошелек. Вот. Добавить кошелек вот на вот эту галочку. Кликаю. Добавить. Dogecoin. Здесь TRC20. И 3x. Как стоит по умолчанию, так и пусть стоит. Значит, что я делаю? Так. Вот мой кошелек. Я его скопировала. Возвращаюсь. Вставляю адрес своего кошелька. Далее здесь нужно придумать пароль для вывода средств. Каждый раз при выводе средств будем вставлять пароль. Прописать, повторить. Также сейчас поставлю на паузу, так как пароль здесь отображается. И после продолжу. Нажму на вот эту вкладочку желтую. Все, я пароль сохранила. И теперь при выводе монет. Вот он мой кошелек. Сюда буду прописывать сумму. А сюда прописывать будем пароль. И кликать вывод, когда наберу минималку я. Естественно, запишу видео по выводу монет. Вот. Ну и все. Инвестиции. Это все тут. Это уже отдельный доход. Вот такой вот майнер. Кому интересно, заходите. Ну, не интересно, друзья, пройдите мимо. Не забываем о том, что это инвестиции. Все, что связано с инвестициями в интернете, это всегда риск. Всех благодарю за просмотр. Всем удачи. Всем пока.